Елена Уханова, проживающая по адресу улица Хасановская, 37, решила обратиться в пункт приема обращений граждан главе региона Вячеславу Федорищеву. Ее волнует проблема засорения канализации в доме. Хоть ресурсоснабжающая компания и прочищает трубы, но через несколько дней вновь происходит их засорение. День начинается с утра. Первое, что я делаю, прежде чем сходить умыться, это беру телефон и начинаю звонить, напоминать о том, что у нас забита канализация. Даже на 4-м этаже, как только засоряются колодцы, мне плохо уходит вода из сантехприборов. Обращение Елены принял Сергей Челноков, руководитель общественной приемной в Куйбышевском районе. По его словам, жители приходят ежедневно. Их волнуют вопросы, касающиеся прежде всего здравоохранения, благоустройства территорий, соблюдения законодательства и ремонта дорог. Много жителей к нам приходит и из Волжского района, соседнего, из Железнодорожного района, и даже были, по-моему, с Кировского района тоже обращения. Принимаем всех, без исключения, то есть не делаем выборку, что только наши жители. Люди, которые уже приходят сейчас второй раз, они говорят, что им поступили ответы в течение недели-двух. Пункты приема обращений граждан к руководителю региона работают во всех районах Самары ежедневно с 9 до 18 часов. Их адреса можно уточнить на сайте правительства Самарской области. Ксения Баканова, Валерий Майоров. События.